пассажирские кресла авиалайнера и столики из деталей двигателя самолета. Компания «Тайские авиалинии» переоборудовала кафе в своем офисе в Бангкоке в шикарный ресторан. Вся обстановка напоминает о дальних перелетах. Я под впечатлением с той минуты, как ступил на трап. У входа меня встретили капитан и бортпроводники. Ощущения такие же, как и при посадке на настоящий рейс. Во время пандемии в Таиланде отменили пассажирские рейсы. Тайские авиалинии уже объявили о банкротстве. Ресторан с интерьером авиалайнера поможет покрыть часть убытков. Я очень рад. Бортпроводники любят пассажиров. Мы не летали уже 4 месяца, поэтому нам очень не хватало нашей формы и атмосферы полета. Ресторан обслуживает 2000 человек в день. Возможно, вскоре такие же заведения появятся и в других офисах компании по всему Таиланду.